Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске я вам расскажу довольно интересный секрет. Я не видел, чтобы кто-нибудь использовал этот способ в паблике или на турнирах вообще ни разу. Может, потому что они о нем не знают, может быть, просто забыли. Ну, смотрите, представим ситуацию. У нас есть Тима, там, например, играют саппорты типа Лича. Без разницы, какой саппорт. Вообще, все равно, какой герой играет. Но я возьму пример саппорта. И есть вражеская Тима, там играет Легион Командер, который любит убивать, тем более саппортов, да? Как работает у нее ультимейт просто так, смотрите. Подходим, ультуем и бьем. Пах-пах-пах. У нас в итоге там будет больше дамага, и мы убьем в любом случае Лича. Это сейчас я не убиваю его. Но, что же делать Личу? Как он может повлиять на эту ситуацию, чтобы его не убивали в течение игры? А все очень просто. Это то же самое тема, как и Джаггернаутом. Напомните мне, мои любимые зрители, а вы же должны знать, я же вас обучал, да? Как мы уходим от ульты Джаггернаута? Что мы покупаем? Правильно, Шоскептер, правильно? То есть, когда мы используем Шоскептер, ультимейт Джаггернаута проходит просто в ноль и вообще дамаги не наносит. Давайте попробуем использовать Шоскептер перед ультимейтом Легионки. Вы, само собой, должны понять, что она хочет ультануть. Даже если она собрала даггер, вы все равно можете это предчувствовать, когда она прыгает, там все равно анимация есть. Или вы ее спалили вардами. Смотрите. Так, используем Шоскептер, ультует. Что в итоге? В итоге мы ее бить можем, а она нас бить не может, пока действует Шоскептер. Только под конец, когда Шоскептер спал, она там это 1-2 раза ударила. То есть, в обычной жизни, когда мы используем Шоскептер, да, мы не можем бить вообще, видите? Но под ультой Легионки мы ее бить можем, а она нас бить не может. Давайте я вам еще раз покажу. Ну-ка, сделаем, например, таким вот образом. Рефреш. Давай, Легионочка, давай. Так. Вы видите, да? Мы ее бьем спокойненько. А она нам дамаги вообще не наносит, когда работает Шоскептер. То есть под конец она ударила, да, но это ничего страшного. Мы бы выжили в любом случае. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.